Два дольщика жилого комплекса «Сердце Нижнего» на улице Ильинской включены в реестр пострадавших. Об этом стало известно по итогам заседания специальной комиссии. Как отметила начальник инспекции государственного строительного надзора региона Мария Пинегина, недостроенный объект, имеющий 95% готовность, будет включен в дорожную карту области. Документ в дальнейшем передадут в Минстрой России. Единственный способ, через который стороны видят выход из сложившейся ситуации – банкротство застройщика.